секрет дешевого дофамина. Дешевый дофамин – это тот дофамин, который мы получаем, когда несколько фигур на экране складываем. Вот вы открываете социальную сеть какую-то в телефоне и ожидаете там увидеть кого-то, на кого вы подписаны. Вот вы обнаружили Курпатов у вас там в сети, там, или Бузова, там, или кто-то еще, вы так раз – ух! Дальше вы начинаете скроллить какую-нибудь ленту новостей, жизнь знаменитостей, события, значит, политические, там, что угодно. И у вас в этом коротеньком сообщении, которое вы читаете новостном, уже начинает как бы вам вырабатываться по чуть-чуть дофамин. Многие видео даже вот во всяких запрещенных тиктоках вам как бы подвешивают вопрос, и вы такие: «О!» И вы смотрите, вот там человек идет, что вам показывает человек? Сейчас он или упадет, или кто-то на него наедет, или что-то ему упадет на голову. И вот он идет, вы ждете, что сейчас что-то случится. И случается, и вы такие: ох, дофамин. И вы листаете дальше и получаете новые и новые порции дофамина. Вы растрачиваете весь тот дофамин, который способен сгенерить ваш мозг. И испытываем усталость, утомление, ощущение опустошенности. И для того, чтобы вам потом перейти к делу, вам трудно. И вы думаете: пора бы уже. И думаете: а, черт с ним. И еще полистаю ленту. И взамыкает запорочный круг, потому что выход на работу, на какую-то деятельность созидательную требует от вас вовлеченности. А для этого нужен, чтобы как бы дофамин подкопился. Теперь у меня к вам серьезный вопрос. А вот вы осознаете, что являетесь заложниками этого дешевого дофамина?